Всем доброе утро. Смотрите, как у нас сегодня пасмурно. Чего ты там? Кто там? Собаки другие? Встретил собак. Прям пасмурно так. Влажность такая сильная вообще. А тут прям такое ощущение на асфальте. Тут асфальта нет, здесь везде. Вот такие вот камни на бешеные. Ну, булыжники. В общем, мокрый весь. Влажный, как будто дождь прошел. И машины, гляжу, здесь все влажные. Здесь вообще вот в этой... На этой горе такая влажность сильная, повышенная. Обхожу дверь, мне кажется, там уже мои клиенты ждут. На время еще 15 минут до открытия. Поэтому пускай стоят, разговаривают между собой. О каких-нибудь своих вещах. Вот. А мы пока с Чарли прогуляемся. Ему же нужно свои дела сделать. Это им делать нечего с утра пораньше. Да им и потом нечего делать. Бабушкам-то моим. Видите, как у нас пасмурно. Хотя на камере не особо видно, что пасмурно, но все равно. Так что я пошла работать. Мы уже дома. Я на обед себе вчерашние макарошки и гаспачо забацала. Из вот этих вот суперских помидор. Смотрите, какие они классные. Прям специально для гаспачо. 5 минут. Рецепт у меня есть на канале в плейлисте. Рецепты. Очень классные. Холодный суп на лето. Так что всем рекомендую. У нас также облачно. Сейчас пойду посмотрю, есть что там. Шторм какой на пляже. Стоит нам туда ехать потом или нет. Я сейчас пока на работу иду. Нет, нет никакого шторма. Все замечательно. Просто облачно. Сейчас поработаю немножечко. У меня в субботу всегда короткий день себе делаю. Ну, потому что у меня в субботу всегда, знаю, кто придет. В основном всем назначаю время. Поэтому знаю, что освобожусь сегодня. Не очень поздно. А там хрен его знает. Может, кто и придет. Машина едет. Надо постоять, подождать. Сейчас, представляете, ехала... И вот так из-за поворота выезжаю. А мне навстречу машина. Представляете? Вот. Ну, естественно, я-то правильно ехала. Я не собиралась никуда ехать назад. Он такой стал, мужик, и стоит, что-то ждет. Вот. Ну, думал, наверное, что я ему уступлю или поеду куда-то назад. Вот. Потом он понял, что от меня ни хрена ничего не дождется. И назад ехал. Не знаю, наверное, 30 метров точно ехал назад. Вот так вот. Нехер тут. Потому что тут не разъедутся две машины. Хоть ты обкакайся. Хоть ты куда ехай, хоть как. Но машины две не разъедутся. Поэтому, если ты решил, как говорится, нарушить правила дорожного движения, то надо головой думать, что можешь встретить навстречу машину. Если ты не прав, то тебе придется назад ехать. Вот по этой дороге ему пришлось, видите, назад. Как? Тут по-любому, тут я-то одна, тут две меня-то влезут. И вот он, пришлось ему назад ехать, ехал. Сзади меня еще две машины присоединились. И гляжу, сейчас опарковывалась, он тоже и поехал правильно. Ой, не могу, все такие хитрые, хотят что-то сделать, что-то урвать, а не получается. Потому что, видите, знак стоит в ту сторону. У нас просто раньше была эта улица туда. А так как у нас сейчас все улицы ремонтируют, сделали опять... туда движение, в другую сторону. Я что-то не поняла юмора. Ну, не я устанавливаю правила, поэтому как бы надо следовать правилам. Так, вот у нас не холодно, в принципе. Куда он ломится? В церковь. Церковь закрыта. Сегодня первый коммунион. Причастия начались. У меня сегодня клиенты были на первое причастие. Завтра еще будут. Здесь, в этом городе, видите, вот это вот там тоже, это все вот город наш. Раньше это было все вот только на горе. Так вот, здесь две церкви. Это и там внизу. Внизу первое причастие делают по субботам, а в этой церкви, эта церковь намного красивее, она старинная. Не красят ее, знаете, из-за чего? Потому что поп хочет сделать вот такую вот всю, как бы...
кирпичную церковь. А мэрия говорит, нет, надо красить. И вот они не найдут точку соприкосновения, и поэтому церковь не крашена и не выложена камнем. А поп тут, видимо, ну поп или как там, батюшка, не знаю. Он такой, знаете, своенравный. Он как сказал, так и будет. Многие его недолюбливают, но как бы другого не дано. Вот, и приходится им соглашаться с тем, что вот он скажет. Тут тоже вот машины ездят. Вот тут, по этой улице, туда. И вот там вверху. Видите, вот там тоже туда, блин, уже опять меня уже ждут. А я тут с вами заболталась. Бегом. По идее, мне уже надо домой идти. Но сижу, жду, когда машинка постирается. Я такая дудочка, я ее в обед включила, говорю, я свет выключаю везде, прям сразу, чтобы он везде вырубился у меня, вот, в счетчике. Ну, чтобы, знаете, не было всяких там, как это называется-то, что, ну, искры там, как это называется. Ну, в общем, вы меня поняли, да? А сегодня в обед, говорю, не буду выключать везде, потому что машинка стирается. Ну, и по привычке все везде вырубила. И сидела так, работала, и потом до меня доходит. Блин, я же в обед выключала все. Вот сижу, машинку жду. Включила я уже ее поздно. Поэтому будем ждать. И пойду погуляю. Мне нужно масло купить. Оливковое у меня совершенно нет. Сегодня все истратила для гаспачо. И вот сижу, думаю, куда ехать. В Алькампу, в Меркадону или в Лидл. В Лидле очень часто с предложениями продается масло. Я покупаю сразу 5 литров, большую баклажечку, и потом переливаю. Я не люблю масло оливковое, вот это вот, знаете, первого или холодного отжима, которое прям чуть ли не зеленое, потому что оно горьковато. Я горькое масло вообще не люблю. Мне там есть фуэрте сильное и суавы, как бы послабее. Вот я всегда беру суавы. Вот, оно не такое зеленое, но... Для жарки, для всего этого подойдет. И вот сижу, думаю, выбор-то. Из трех выбрать. Были бы они, знаете, на одном пятачке машину припарковала, и вот ходишь по магазину. Нет же, нужно в каждой из них на машине ехать. А сейчас народу 100% дохера. И, в общем-то, как-то не хочется. Вообще не хочется ни в один. Но я хочу, у меня еще опять много помидор, они, чтобы не испортились, сделать опять пожарить их. И для этого нужно масло. А масла вообще ни капельки нету. Машинка все достирывается, выжимается уже, и все, и пойдем. И пойдем мы домой. Сначала на пляж гулять. Выбрала Lidl, поеду. Потому что, смотрите, тут пирожок вот такой привезли. И есть вишни. Я вообще все люблю вишневое. Хочу поехать и купить себе вот такой пирожок. На завтра вишневый. Он что-то 1,5 килограмма. Прикиньте, какой здоровый. А вообще, представляете, у нас завтра день матери. Вот, да, здесь есть день отца, день матери. День отца был в марте. День матери будет 5 мая. Вот. Ну, всех матерей поздравляю, кстати. Почему только в Испании? Ведь мама есть во всем мире. Так что поздравляю всех мам. Надо отдыхать и дарить цветы. В Lidl привезут очень много цветов. Букеты разные. В общем, дофига всего. Уже привезли в четверг. И, по-моему, сегодня еще букеты повезут. Ну, у меня цветов дофига. 3 розы стоят. Кстати, очень долго стоят и не вянут. А вот. Ну, я еще и не мама. Ну, да ладно. В этом, как говорится, не в этом суть. Хочу, может быть, там масло будет. Но если не будет, тогда придется в Меркадон еще заехать. Машинка постиралась. Так лежит. Он вот так вот всегда лежит. Представляете, всегда. У него есть место на диване, есть везде. Но ему уже лучше на коленках. Да? Морда такая моя. Пойду вешать полотенце и на пляжик гулять. На пляже одни рыбаки. Мальчик, гляньте, как ловит рыбу. Я в детстве очень любила ловить рыбу.
пруду. Прям обожала. Там кораблики. Белые кораблики. Ой, там кто-то даже в купальнике. Мне, если честно, холодно. Вот я иду в такой с длинными рукавами, но он льняной. Такой костюм, скажем так. И прохладно, знаете, ветер с моря дул, ветер с моря дул. И холодно мне. Холодно без тебя, что мы наделали? Ой, столько песен знаю, по 2-3 слова. Не могу. Погодка, конечно, но с завтрашнего дня обещают быть намного лучше. Людям похеру. Холодно, тепло, они вон в купальниках. Блин, не знаю. Надо быть, иметь огромное желание, чтобы вот так вот сидеть на пляже. Потому что с моря ветер дует такой прям холодный, знаете, совсем не майский. Ой, пахнет сегодня морем, вкусно. Смотрите, сколько цветов разных. Но эти были с четверга. А вот разные букетики. Красивые, с сердечком. Уже многие 30% скидки. Смотрите, почти все. Прикольно. Почти все 30% скидки. Тут прям шикарный. Эти розочки белые тоже красивые. Ну, эти розы, которые я покупала. Орхидеи. А вот тут еще есть, смотрите, сколько много. В общем, пойду я покупать. А вот я вчера купила калы. Это калы. Это вот все, что осталось от них. Так, что мне надо? Я забыла, зачем я пришла. А, за пирожком и масло посмотреть. Это вегетарианская еда. Выглядит очень даже вкусно. Ой, блин, и смех, и грех. Вегетарианская. Может, на завтра пиццу взять какую-нибудь вот такую. Пицца барбакоа. Ла барбакоа. Ла барбакоа. Ой, я сегодня Нисперс, кстати, съела. Мушмал очень вкусная была. €39. Я всегда вниз смотрю. Потому что вниз всегда кладут плохую. Эту вроде ничего. Эту возьму. Мушмала. Прям как зажета. Полкило вот это сохряпала. Все, клубнику не хочу. Я ее уже переела. Пойдемте за пирожком. Хата. Ваша хата с краю, ничего не знаю. Это урчата. Урчата — это такой напиток, сделал из корнеплодов каких-то специальных. У меня муж летом любит ее пить, урчату. Мне не понравилось. Ну, чем-то на миндальное что-то похоже. Так, где у нас тут пирожки-то? Ой, блин, тут холодно-то. Холодильники. Вообще, по идее, должны где-то вот тут быть. Да? В сладких вкусняшках же. На барба. Тут только пицца, мороженое. А, вот они. Тарта де мисс. Ну-ка. Что-то, по-моему, тут уже нифига не осталось. Это с чем? Ванильная какая-то. Что тут? Ой, а вон... О, смотрите, одна осталась с этой, с вишней. Вишня, вишня, зимняя вишня. Одна осталась как раз для меня. Я с сумочкой хожу, чтобы не покупать пакеты. Вот такой пирожок взяла. Блин, он тяжелый, кило 200, прикол. Потом почитаю, как его делать. Вот. Ну, естественно, бумагу взяла. Масло взяла вот такое. 1 литр. Представляете, обычно всегда, чем больше, ну,
пакет, тем он дешевле, да, то есть если литр там стоит 3 евро, то, допустим, 3 литра должно стоить где-то евро 8, да, но здесь наоборот, литр стоит 3 евро, а 3 литра стоит 11, то есть легче взять вот по литру, дешевле получится. В общем, обманывают как могут. Такую какую-то колбаску, но это карбонат взяла попробовать тоже на завтрак. Посуду помыла уже. Так, хорошо. Замечательно. Сейчас себе гаспачо налью. Стаканчик. И будет мне хорошо. Ужин такой у меня будет. Гаспачо на ужин. Только это что-то я не поняла прикол. Вот это он сюда, наверное, тарелки складывает. Так он ее чистую, что ли, достал? Живот есть маленький полотенчик. Ладно, гаспачо как себе доделаю. Ой, в холодильнике пипец. Что творится из-за того, что все крупы там, то у меня там вообще мама не горюй. Ну, гаспачо. Ой, как бы открыть одной рукой-то. Вот смотрите, какой вкусняцкий. Так что буду ужинать. Я уже умылась, помылась. Сейчас по телеку начнется вроде бы неплохое кино. Фильм какой-то. Сейчас посмотрим по телеку. Вот, почитала там, не знаю, посмотрим. И с вами буду прощаться до завтра. Всего вам самого наилучшего. Завтра, по-моему, Красная Горка праздник, если я не ошибаюсь. С праздником вас всех. Всего самого-самого, что вы себе желаете. Провести выходные вот так и всем. Пока-пока, до завтра.